Как потом скажет главный тренер Тароса, начало игры нефтекамцы проспали. И уже через 30 секунд после старта они пропустили первую шайбу. Ее автором стал Алексей Шубин. В начале второго отрезка Тарос действовал в большинстве и сумел сравнять цифры на табло. Отличился Сергей Варлов. Спустя пару минут нефтекамцы и вовсе вышли вперед. Шайбу забросил Владислав Дюкарев и теперь догонял уже пермский молот. Когда игра вновь пошла в неравных составах, хозяева льда использовали свое преимущество и оформили счет 2-2, отметился Дмитрий. Дисциплина в рядах соперников сделала свое дело. Тарос опять зарабатывает удаление, и это нарушение обернулось третьей пропущенной шайбой. Игрок молота Алексей Шубин записывает дубль в свой личный актив. Но Таросу опять удается сравнять шансы на победу стараниями Сергея Варлова, для которого эта шайба тоже стала второй за матч. При счете 3-3 игра перешла в овертайм. И тут удача была на стороне хозяев льда. На 8-й минуте 4-го периода точку в противостоянии поставил Руслан Шайхулов. Молот продолжает борьбу за выход в 1/4 плей-офф. Шестая игра первого раунда пройдет в Нефтекамске 5 марта. Пока счет в серии 3-2 в пользу Тароса.